Сегодня в Александрии нет заборов и границ, потому что Купали – это прежде всего про дружбу славян, для которых Александрийское поле – место силы и вдохновения. Свой Александрийский вояж гости часто начинают с этой точки на карте. Местная школа – та самая, где учился президент. В историческом деревянном здании с тех пор практически ничего не изменилось. Глобус, парта, любимые книги детства главы государства. Люди задают много вопросов, а очередь, чтобы сделать фото, только растет. Александр Григорьевич, 30 лет! Является лидером нашей страны. И мы посчитали своим гражданским долгом приехать сюда и поклониться и земле, которая воспитала Александра Григорьевича, и людям, и школе, учителям, которые его учили. Наш лидер лучший в мире. И знают нас, Беларусь, во всем мире благодаря Александру Григорьевичу Лукашенко. Дух фестиваля оживает в новой экспозиции школьного музея. Она о том, как маленький, почти местечковый праздник вырос до республиканских масштабов. На снимках самые яркие моменты из истории. В новые страницы этой народной летописи уже вплетают колосья умельцы в городе мастеров. Венок – главный символ Купалья. У Днепра плетут все поколения. Нам в Александрии очень нравится. С утра мы уже успели наплести венков, и вечером мы их будем пускать по воде, чтобы встретить своих будущих женихов. Мы за мир, за дружбу, за единение людей, народов, стран. Мы только за то, чтобы был мир во всем мире. И главное, чтобы нас всегда объединяла свобода, любовь и равенство. Александрия – культурный мост, который объединяет. И для творчества здесь нет границ в прямом смысле. В гостях у Купалья больше 30 регионов России. На прилавках ярмарки азербайджанские витражи дружат с костюковическим качеством, а лоскутные полотна Новосибирска с горецким соломоплетением. Очень в восторге от вашей страны. Милые, добрые, дружелюбные, гостеприимные. Я впервые, и мне очень-очень понравилось. Все очень хорошо организовано и очень хорошо принимают гостей. Душа отдыхает, потому что все это наше, народное, оно наше. И нет разницы, белорусское или русское, все равно это свое. И такое единение позволяет расти, причем в разных направлениях. В настоящее время Россия и Беларусь переживают новый этап экономической интеграции. Мы давние друзья, и у нас действительно соглашение действовало и в 2015 году, и сейчас продлено до 2026 года. У нас целый ряд проектов, начиная от строительства жилых микрорайонов в городе Курске и в мясной промышленности, в перерабатывающей промышленности. Самое главное, что у нас большие перспективы. Впрочем, быть гостем на Александрии значит намного больше. Объединяющий фактор – это не только экономика, но и социальная сфера, а самое главное – культура. В основе культуры не только у нас общность языковая и, так сказать, христианская, но еще и много национальных таких вот художественных промыслов, вот чем мы сейчас можем обменяться, объединиться. В этом году этнофестиваль побил свой исторический рекорд. Зрительский интерес – 96 тысяч человек. В свое время идею проводить его в Александрии поддержал глава государства. Правда, тогда все только зарождалось, и трудно было представить, что друзьями Александрии станут сотни тысяч человек. Ведь начиналось все в 2010-м с 3000. И глядя на то, какое количество гостей, которые вот уже в 15-й раз вновь собрались на Купальской площадке у берегов живописного Днепра, волей-неволей приходишь к пониманию того, что белорусы точно не оторвались от настоящей жизни и не растеряли приверженность к истинным ценностям. У каждого из нас есть свое место силы, куда мы приходим или возвращаемся, чтобы вдохнуть полной грудью и расправить крылья для нового полета. Вижу, что этот уютный уголок Беларуси нашел сердце и у вас, дорогие гости. Искренне благодарю всех, кто украсил сегодняшний праздник своим мастерством и талантом. Спасибо каждому, кто все эти годы создает здесь по-настоящему аутентичную атмосферу. Сейчас это особенно ценно. Посмотрите, мир меняется с бешеной скоростью. Нам кажется, что мы все познали и все покорили. Создаем в сетях альтернативную реальность. Порой живем в этом интернете, оторвались от настоящей жизни. Но, слава Богу, есть люди, такие, как вы, с чистыми мыслями и добрым сердцем. Люди, которые верят в чудо из года в год, приезжая в Александрию. Приезжая, чтобы отпраздновать ночь,
на Ивана Купалу праздник, овеянный древними легендами и мифами. И дай Бог, чтобы все, о чем вы думаете, о чем вы загадали, обязательно сбылось. В таком большом кругу земляков, и не только земляков, проявляя большое доверие, президент говорил помимо праздничного еще и о личном, смысл которого хотелось бы, чтобы каждый не просто послушал, а действительно услышал. Когда я думаю о том, что надо прийти к вам, а здесь присутствует немало моих земляков, что греха таить, которые о тебе знают все, даже порой того, чего ты не знаешь. И это самое сложное. Это самое сложное – прийти к вам, говорить здесь что-то, выступать, понимая, что сидящие даже в этом амфитеатре люди думают о тебе разные. И самое тяжелое то, что ты воспринимаешь это как некий упрек с вашей стороны, что ты что-то не сделал. А почему? Я знаю, что вы не чувствовали это. И не дай Бог вам, получив от кого-то все, что вы хотели, потом не оправдать это доверие. Тяжелейшее для человека. И когда меня недавно спросил журналист из России, что самое трудное, я ему сказал, оправдать доверие людей. Казалось, за 30 лет пора уже и как-то закостенеть, успокоиться, но ничего подобного. И это все отсюда, от этой земли. Ценить людей, дарить им счастье, делать все для того, чтобы они о тебе просто плохо не думали. Для Александра Лукашенко его малая родина – особое место. Так трепетно и с таким вниманием он относится к своему родному уголку, показывая всем нам, белорусам, пример, как можно и нужно любить свое. Здесь моя малая родина, здесь я учился, здесь мои корни. Для чего я это все говорю? Еще раз хочу вам, уважаемые белорусы, и самые близкие наши друзья с Украины и России, подумайте над моим предложением о покупке за гроши, за копейки небольших участков в неперспективных так называемых селах. Вы знаете, что деревня у нас спасена, мы более 1500 строим агрогородков, они уже определены, где будут. А у нас остались средние и совсем маленькие деревушки, где раньше жило много-много людей. Они не должны погибнуть. А кто их восстановит, кто их сохранит? Мы с вами. Почему я вам рекомендую, особенно белорусам, вы должны возродить эти деревеньки. Делайте это сейчас, завтра будет поздно. Делайте потому, что у вас есть дети, и они должны ходить босиком по земле. Хотя бы тогда, когда они в городе закончат школу и приедут сюда на каникулы. Завтра этих участков не будет, потому что Беларусь стала тихим и спокойным, уютным городком для россиян, для украинцев, которые живут рядом и не только рядом. Действительно, белорусская земля – гостеприимная земля. И это наша отличительная особенность, считайте, ставшая национальным брендом страны. Им рады всем, кто приезжает к нам с исключительно добрыми намерениями и готов так же, как мы, потихоньку носить свой вклад в развитие Беларуси, несмотря ни на какие политические перипетии. Культура – это народная. И народ не разделишь политикой. Если не важно, на каком языке песня звучит со сцены, важно только то, что она несет в себе и какие она эмоции дарит. И если человек слушает эту музыку, получает и заряжается самыми добрыми эмоциями, то политика не станет никогда между искусством и людьми. Фестиваль в Александрии как раз и подтверждение тому, что белорусы говорят исключительно о мире, поют исключительно о мире. Это такой предфестивальный, предславянский праздник, который дает такой мощный старт. Хотя старт начался еще 3 июля у нас. Но здесь особая атмосфера. Мы обожаем сюда приезжать. Уютный городок, такие домики красивые, улочки аккуратные, как все в Беларуси. Мы гордимся своей историей и своей землей, и с открытой душой встречаем тех, кто пришел с миром. Мы в ответе за наш дом перед теми, кто был до нас и кто будет после. Близится закат, и нетерпеливые девушки спешат опустить свой венок на воду, чтобы узнать о будущем. Но пока мы вместе и едины. В глобальном смысле беспокоиться об этом
не стоит. Юлия Мычко, Виктория Ходосок и Алина Мычко. Неделя СТВ.